2023 году завод «Инман» продолжил расширять модельный ряд еврозамещенной серии кранов-манипуляторов. ИМ-320 – первый долгожданный импортозамещенный представитель тяжелой серии, который является одним из самых востребованных моделей в нефтяной, транспортной, морской и железнодорожной отрасли. На рынке высокой конкуренции мы дорожим своими давними надежными партнерами, но также приобретаем новых, которые позволяют нам поставлять спецтехнику в новые сегменты рынка и еще больше приблизиться к конечному клиенту. Такой компанией является московский дилер ТК «Лифт». Итак, наш новый кран едет в Москву. Всем привет! С вами завод спецтехники «ТК-Лифт», и сегодня мы представляем вашему вниманию бортовую платформу на шасси ФАВ с кран-манипуляторной установкой «Инман 320», смонтированной на заднем слесе. В качестве базового шасси мы применили шасси ФАВ с колесной формулой 6×4 и колесной базой 4800 мм. В основе силовой линии шасси лежит надежный неприхотливый двигатель объемом 11 литров мощностью 420 лошадиных сил в сочетании с 12-ступенчатой коробкой передач Fast Gear. На шасси установлена бортовая платформа производства ТК-Лифт. Длина бортовой платформы 6300 мм. Высота бортов 600 мм. Материал – сталь. Компания ТК-Лифт давно является дилером Фолсингера, правда, по другим типам оборудования. В прошлом году ребята начали осваивать для себя новое направление продажи автомобилей с КМУ. С этого года они стали также дилером и по кран-манипуляторной установке. На данном автомобиле установлена самая мощная кран-манипуляторная установка «Инман 320» с гидравлическим вылетом стрелы 8 метров и грузоподъемностью 8,5 тонн. Сегодня данный автомобиль уезжает к нашему ключевому заказчику в Республику Дагестан. Следующий же ролик мы будем снимать уже совместно с нашим ключевым конечным клиентом в Республике Дагестан и узнаем его первые впечатления о работе на данном замечательном автомобиле.